Ехать за Русланом все гонятся. Блин, у меня уже замерзла голова, блин. Я глаза открыть не могу. Готовы? Да, готовы. На старт. Внимание. Марш! Блин, кого снимать? Да смотри. Русик, там капец тут. Сами первый. Ух, блин, ух. Ох и банда. Дива четвертая. Где бородач, не видел его? Бородач, где ты? Что ты там строчишь уже? Писатель, блин. Лев. В имении Левки Толстого жил Лев Николаевич Толстой. Он хлеба и мяса не кушал, ходил по аллеям босой. Жена его Софья Андреевна любила так сладко поесть. Работать она не хотела, роняла дворянскую честь. У вас просто выхлоп в нужную сторону там идет. Подожди, я вас вдвоем. Не, ну штурман у тебя серьезный сегодня. Едем. Так, догнали он нас. Отставшие. Ныряем в болид. Давай, залазом, залазом. Залазом отрываются. Догоняй, догоняй. Блин, вправо, вправо, давай, давай, давай. Бородач решил оторваться. В туалет, наверное, поехал. Где бородач? Можешь подрезать этот Тойоту и обойти ее слева? Слева давай, обходи. Надо Луаз догнать. Там бородач внутри, надо догнать их. Режь справа, режь! Давай, давай, давай! Смотрите, пацаны, кому спину кто-то выбросил. Где, где? А алкалерии нету, там может тоже шнур. Какую шниву? Где шнива? Шины. А, Шевроле. Думаешь? Да. Где какие номера? 305. И ми 305 мусорские какие. Смотрите, какая неожиданная картина тут. Блин, кусты эти мешают, но сейчас будет видно. Посмотрите, сколько тут серьезных людей, ловящих рыбу. Давай на ту сторону переедем, нормальный рейд будет. Блин, глумятся как хотят, блин, нифига не поддерживают. Что-то вы режете на корню все мои начинания. А рыбы не хочется вообще, блин, смотришь на этих людей. Вот, есть застрявшие. Где я опять? Здесь в этих местах, где надо было метель, и было снега, на тебе заняло 30-40. Так сгорело где-то сцепление в разных машинах. Не помню, когда такое было. Да, сцепление упали. Снег? Даже разрушили горку, типа, ездит две машины, потому что реально столько снега, что выехать не могу, вообще залетел. Что он исполняет? Не знаю. Вроде все просто. Вроде да, но для Тойоты нет, а для нас просто. А что для Тойоты нет? Тяжелая. Так, прямичок. Ты уверен, что тут ровная дорога? Да? Где это, чтобы не выбить камерой зубы? Ёханый бабай. Ну справа ж там и ресторан мы проезжали, и спа-комплекс, елки-палки, два даже. СТО по ремонту у них. Автомагазин. Давайте, потому что укачивает. Давайте, потому что укачивает. Надо уже что-то поперекусить немного. Руслан, стоит было замечено твое
любимая машина. Какая-то моя любимая машина была замечена. А ну, Веталь, поднажми, чтобы не разобрали ее до нашего приезда. Справа? Ну да, вот есть занос. Следы. Да, да, вон банда впереди. Это мы растянуто едем, блин. Быстрее, они на Луазе дубасят, там с Тойотами конкурируют. Да, будем сейчас там того, что белые. Выстраиваются все. Широкая площадка. Ближе до стала, все не поменьше. Сейчас доставьте мое машину. Красивое место, сейчас будет экшен. Блин, шикарные места, просто бомбезные. Выстраивается банда. Красивая команда у нас сегодня. Бородач уже тут на исходной. А еще не все, друзья. А вот и Виллис. Посмотрите на этот коллектив. Нива. Рубикон. Три восьмидесятки. Паджеро 2. Семидесятка. Джимни. Луаза Субару. Вранглер. Дастер. Нива. Нормальная банда. Даже не помещаются все в кадр. Русик, ты готов? Да. Ты бежать будешь навстречу или что? Соревнования нет. Так, не стой возле меня, за тобой будут гоняться. Я буду за тебя прятаться. Я за грушу. Это груша, думаешь? Попробуй. Так едь назад, стань в коллектив. Попробуй. На, попробуй, спасибо. Давай побежишь, когда не поеду. Куда? Навстречу? Нет, в ту сторону. Так, ну они будут сегодня ехать или нет? Поднимемся по машинам. Стартуем с правой машины. Сейчас на противолом будем выйдем. Что значит с правой? Машина первая и до упора, вторая за ней, третья, четвертая и по очереди. Да не, все вместе давай, так пина не будет. Ага, Паш, высаживаю фару на капот, снимает курточку и дает отмашку курточке. Почему курточке? Потому что вот тут вновь нету станции. А очки у всех есть? Не заметим отсюда. Давай, снимай куртку, падла. Нет. Он отказывается куртку снимать. Там сосиска лежит. Давай, скажи. Давай шапкой твоей хоть красной. Сосиска. Вот есть, сейчас Леха махнет. Давайте, приготовились. Махаю. Поднимай руки. Все вместе стартуем. Ехать за Русланом все гонятся. Блин, у меня уже замерзла голова, блин. Я глаза открыть не могу, замерзла. Готовы? Да, готовы. На старт, внимание. Вар! Блин, кого снимать? Да смотри. Русик, нам капец тут. Саня первый. Ух, блин, ух. Саня ох первый, и банда. Нива второй, Нива четвертая. Дустер, смотри, в лидера. Дустер четвертый. Да, нормально. А что за Русланом никто не гонится? Фальстарт. Перезаезд. Ну давайте еще раз. Теперь из выбывших. Нормально. Лупанули. Неплохо получилось. Красивые места. Ха-ха, вот серьезная машина чуть отстала. Поехали. Поехали.
Полетели дальше. Все, лепит снег. Я весь в снегу. Лепит конкретно. И продолжаем лететь. Летали за КТ, мы еще не проехали. Дорога неплохая. Ну ты какое место занял только что на старте, Вет? Я третье, как обычно. Третье призовое? Да. Или ты в отдельном классе шел? А Нива есть еще? Одна, да, есть? Нива? Да, еще одна Нива есть, стоковая. Нива, да, тут на берегу стоит, серьезная. Так, сигнал у нас не работает. А, ну и приборка ж не работает. Рано еще. Продолжаем дубасить, еще Нива, ты понял? Тут самое популярное на побережье. Слушай, а какие у него крылья? На побережье Десны. А, ля, Нива с этой самой, с защитой. Боевая, да? Так это Женина, наверное, Нет, болотоходы. Не, Женя болотоходы, это он. Это Женя, наверное. Ёханый бабай. Да, жестковато. Дубасим, дубасим. Разворачивает. Ух, ёлки. Да. Где? А ну подъедь, подъедь, где Дастер? Дастер, подъедь. Подъедь, подъедь. Вон Дастер, Дастер. Кто хочет перекусить, да, говорите. С мяса там, что-то сейчас у То есть не угощаешь, да? Так, а ну вот Нива, интересно, стоковая. Да, там да, не такая, там у него оранжевые эти тяги. Какая она стоковая? Нет, это трос. Да нет, тяги там у него оранжевые, она не стоковая, значит. Тяги Панара. А тут что, нету блокировок, да? Или есть? Передний, а передняя, ты говоришь? Самоблок передний, да? И что, не мешает на дорогах общего пользования? Не, вообще отлично. Нормально, да? Винтовой, наверное? Да. Так, друзья, ну. Дубасим, дубасим. Иксы. Иксы. Люди довольны. Веталь тут показывает оффроуд. Нас снимают. Твою мать! Тихо, ты шо, блин, дети ж там у экрана. Так страшно ж. Да страшно, так шо. Мне думаешь, не страшно. В камеру смотри, будет не страшно. Ох, тихо, страшно. Уже не страшно. Слева поле, это не вода, не бойся. Справа река. Справа Десна. Сейчас я вам попробую показать эту красоту. О, еще Нива. Смотрите, рыбаки тут. Это Десна, что-то какая-то она узкая тут, слышишь? Или это залив, наверное, это не Десна. Так, Lexus Logan доехал сюда, где Нива еще? А, ну это американская, японская. Японская, слева грязь. Ёханый бабай. Да, онлайн идет. Бля, на Вита кто-то заехал. Нет, то этот, трафик. Трафик. На трафике, ну трафик, что на переднем приводе. Посмотрите, тут куча лунок, ёханы бабай. Они на хищниках, кстати, стоят. Да ты жестко тут дубасишь. Так. Мы же подрифтим на льду или не опасно? Я думал, не стоит. Да не, после той двадцатки тут промерзло, мама не горю. Если мы тогда после 5 дней мороза, 10-градусного, даже это не все время 10, тогда Нива брала точки. О, на закрытие сезона. За нами до сих пор едет этот самый Виллис. Виллис едет? Да, он за... Прямо за нами? Прямо за нами. Прямо за нами Виллис. Опусти его, может, вперед, блин. Покажи ему, чтобы... Да. Блин, дворник, можешь лупануть? Да так поедет. Виллис за нами. Смотрите, что творит. Это вам не просто так. Ёханы бабай. Посмотри, как он ярко смотрится. Это просто фантастика. Это фантастика. А на горбуне как бы я тут смотрелся, да? С Виллисом. С Виллисом, блин. Да, у меня после Виллиса по этому,
по возрасту следующий горбун идет, да, наверное? 65-го. Ну да. А Виллис какого? А 69-й, 69-го у меня. Виллис 42-го, да. Ого, ты посмотри, как он тубасит. Слышь, а как мы его догоним? Ветер. Они что-то все как-то уехали. Ты посмотри, как он тубасит. Да, блин, надо было... Сороковку едет. Ни хрена себе. Вот, начинается фронт. Вот военная машина. Ну это же не Десна. Блин, только в нее не улететь, я прошу. Говорит, давай за Виллисом поедем. Хрен его догонишь, называется. Они как-то срезали. Ё-моё! Да что ты поехал этой дорогой? Все вон рядом едут по нормальной. Или нам не надо? А, мы на оффроуд. Да-да-да, правильно. Это молодец. Это же Дастер. Дастер. Куда ему за нами? Дубасит. Виллис, смотри, где. Посмотри, что он творит. Охренеть вообще. Вон он уже в точку превратился в камере, блин. Нам его не видно даже. Виллис нас обошел, подрезал и уехал. Елки, не можем догнать. Что происходит вообще? Да как прет. Ё-моё, давай, давай, догоняй. А слышь, мы уже полтинник едем, куда ж больше? А ты на пониженной? Да, уже пятая пониженная. Пятая пониженная? А тут пятиступка, да? Да. Ё-моё. А тут фары, а это 21-21 или 213? 21-21. А пятиступку, опа, развернула его, да? Да, да. Ох, ёлки. Жестяк, ну не перевернулся, блин, жалко, мы далеко были. Видите, развернула, охренеть вообще. Да ну слышно, он так валил. А ну, а Виллис развернула, да. Как он валил полтинник, что ты хотел? Не в повороте, да. И ну, короткая же база, у него же короче, чем у Нивы. И тормозов же там. Ну да. Та и шины ж там. Выехал. Выйдем с места? А ну интересно. Вес, видишь, решает. Нива намного легче УАЗа. Это передний самоблок. Выехали, а передний самоблок плюс, да. Да, дорогой он. Так, направо. Едь туда, направо, к беседке. С едой. Едем. Да, да, давай, 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 едем. Да едем. Да не очкуй. Блин, ну правей возьми. Правей там бревно, правей, правей. Нет. Сосиску хотят уже мою. Приехали, четкие места. Это сильно рано приехали. Час дня только. Так нормально, так это ж только это, завтрак. Какой завтрак? Первый.